А культуру мы вот когда разбираемся, она вся почти на муниципальном уровне. Мы сколько раз говорим, давайте ее вернем на государственный, на региональный уровень. И все время говорим, у них нет денег, дома культуры ремонтируют и так далее. Здесь мы прописываем на региональном уровне государственную политику в культуре, честно говоря. И сейчас же все, когда отчеты про, ну много чего, да, отчеты и так далее, мы все говорим, вот, культура и так далее. Вот если мы здравоохранение вернули на региональный уровень, то культура как таковая, мы все говорим, это муниципалы, пусть они СМИ это составят там и так далее, в этом смысле. Ну, я рассуждаю, не против, еще раз, мне просто действительно, ну, там, как вот, строить, есть нацпроект, да, условно, строительство. Кто за него отвечает? Государство, в нашем случае регион. Мы здесь не указываем, то есть вроде как мы не отвечаем. Мы там деньги не раздаем, вводим квадратный метр, отдаем участки и так далее, и так далее.